черный злобой бывает к вам. Вот взгляните, его донос, кто бы это на вас донес? Связь с диктатором, что за бред? Да, но здесь-то ошибки нет. Да, нет ошибки. Но дело не в измене, нет. Мы брали воду на святой Елене. И в самом деле, на одну минуту, он, Бонапарт, зашел ко мне в каюту и попросил свести письмо какому-то знакомому и другу признательность за давнюю услугу. О, Боже правый, только и всего, и вы взялись по вашей доброте, а кто-то подглядел, и вот расплата, письмо при вас. Да, вот письмо для господина Нуартье. Письмо для господина Нуартье. Письмо для господина Нуартье. Письмо для господина Нуартье. И вы искали адрес, узнавали, кому-то имя это называли. Я не успел, меня арестовали. Вот и спасибо вашей доброте. Мне Нуартье знаком, я сам ему послание передам. А вы о нем немедленно забудьте. Вы сами видите кругом такие люди. Нет никого доверия, капитан. Я попрошу вас, подождите там. Я был во время фона идеалист, восторженный щенок. Уже не помню, чем я ему помог. Мне Нуартье, все знают лишь Рейфора. Какой удар, оскалитая свора. Узнав, что Бонапарт писал ко мне, накинется тот час со всех сторон. Вспомнил Нуартье. Наполеон. Эдмон Дантес. Опаснейший преступник. Изобличенный в гнусных злодеяниях против закона, трона и народа, признался, ничего не утаив, и подлежит отныне заточению бессрочному в подвалах замка Ив. Что?